Ну все, девчонки, взяла себе маску, короче, маленькая молодица, короче, пацанов себе посвежее взять, короче, помолодей, ну, не старых таких, как у меня. Давайте, сейчас вот, видите, эликсир молодости такой, эликсир молодости для Иришки. Сейчас разведем, масочка будет, все как ладно. И Паша будет в офиге, вообще. А что, ёлки-палки? Заморачивается еще. Все. Еще маленько. Еще хорошо рушишь. Это делается так. Еще маленько похоже. Еще маленько? Чуть-чуть. Смотри, чуть-чуть только. Хорош. Давай. Чуть-чуть. Все хорошо. О, блядь. Миша будет бежать, нахуй. Сейчас будет мисс Россия. Иришка. Чики-пики. Давай. Ай. Да. Начинай вот сюда. Паха, что сидишь? Апа. Ну, давай. Тихо. Ёбаная сметана. Чики мне закрой. Не открывай. Тихо, не трогай ты, ёбаная, Паха, не трогай. Не трогай, говорю! А пусть остынет! Во! Стой, все, не трогай ничего. Ой, тихо, мать. Сейчас глаза закрывай. Глаза закрывай. Нос там намажь. Тихо, рот не открывай. Вот так. Ярко, тихо. Я не вижу ни хрена. Вот только что-то замораживаешь, и, блядь. Ты же меня намазал. Конечно, мне. Я тебе сейчас намажу. Все, глаза закрой. Девки, короче, сейчас буду мостик делать. Короче, если что, страхуйте меня. Если что, меня Паша поддержит. Ну, все будет ровно. Давайте, держите. Ну, руки-то дай сюда. Ну, давай, что ты? Ну, так руки-то ложи нахуй. Руки кверху. Ты свои руки мне положь. Ну вот так вот, девчонки. Да поднимай обратно. Как-то вот так. Целуй. Что там, давай. Ой, спасибо тебе, девочка. Дай Бог вам крепкого здоровья, ребятишки. Огромнейшего вам жизненного потенциала. Чтобы у вас было все дико ровно по жизни. Иришка. Не хватай меня. Вот так вот. Да. Что? На себе. Как она теперь открывается? Нахуй? Сейчас, секунду. Я теперь поссать не могу сходить. Сейчас он разберется. Чё кого, чё почём.
домушник. Чего у вас, ребята, тут замок за что? Да, нормально. Ты сказал, что какой-то шлюхе его подарил. Я шампунь. Ничего не говорил. Разве я тебе что-то такое говорил? Мне нет. Ну и вот. Люди говорят. Ну люди пусть говорят. А я-то тебе что-то говорил? А? Ты маленько голову в порядок запаха тоже подведи. Слышь. Я же тебе ничего не говорил. А если я тебе ударю? Ну и что? Блин, больно будет. А что-то это из этого изменится? Да нет, ничего не изменится. Ну вот именно. Саня, ты мне нихуя не говорил. Я же тебе ничего не говорил. Ты мне нихуя не говорил. Я за глаза ничего не говорил. Добро. Всего. Наебни меня, да и все, нахуй, Пашка. Я не хочу с тобой воевать. Я тебя вот. Считаю как за брата. Вот. Вот и я. Свалил с подоконника. Ну. А что за хуйня? Да нихуя не хуйня. Все по-товарищески, нахуй. Все по-дружески, нахуй. Ну правильно. Ну? Ну. Ну попробуй, ну, чё? Я не хочу пробовать. Попробуй. Наебни меня, нахуй. Да нужен ты мне 100 лет. Ну чё, реально? Ты же мне брат. Скажи, ты мне брат. Вот так оно и должно быть, нахуй. Вот так оно и должно быть. Да, да. Ну ломай, чё? А чё я тебя буду ломать? Ломай! Ну! 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 И второго нахуй. Охренеть! Вот оно и получилось. Всё, разошлись? Ладно. А Пашка мне брат. Давай. Братка. Сухомятка нахуй. Ладно. Брат, держи крова. Всего тебе самого наилучшего, брат. Хватит нам. Хорош. Убери руку. Ну вы мне позвольте. Вау. Подожди. Я у монголов в школе был. Это, ребята, давайте договоримся так. У нее последняя отметка. И в сентябре до 14 нужно отметиться. Ну, все, чтобы ее снять. Ну и все нормально. Все, я сваливаю. И слава богу. Нужно будет адвоката еще подтянуть. Подожди. Чтобы он это. Все эти дела ты разрулил. А зачем адвокат, если у нее заканчивается? Ну заканчивается, ну, блядь. Ну не она же будет решать эти дела. А, смотря в каком я состоянии завтра буду. Все, у нее конец. А, все, конец, да? Все, заканчивается у нее. Все. Ты че? Иришка, слава богу. Ты там кто-то мою девочку обидел? Ну? Пойдем разберемся. Пойдем разберемся. Опа, пошли. Вот.